прошлом году на этом месте был 7-метровый снеговик. В этом году решено дочь порадовать снежной горкой ледяной. Планирую сделать ее еще и светящейся. Там. Начинаем строить горку. Для этого нам потребуется слепить вот такие 3 снежные колонны. Три колонны у нас слеплены. Для придания большей прочности колонны поливаем водой. От морозов мокрый снег замерзнет и станет прочнее. Начинаем делать спуск. Укладываем доски. Нравится тебе горка? Подожди, подожди, я сейчас снимаю. Иди забирайся на горку. Приступаем к отделке бортов. Постелим диодную ленту, и будет у нас горка с подсветкой. Давай, растягивай.
Итак, горка готова. Осталось только ей до конца замерзнуть, когда придут морозы. И проверить подсветку. Включить до конца и проверить. Отталкивайся. Спасибо.